Один человек погиб и 16 получили травмы на дорогах Кировской области. В ГИБДД подвели итоги уходящей рабочей недели. Всего в регионе зарегистрировано 11 серьезных аварий. ДТП со смертельным исходом произошло в Пижанском районе. Там под колесами машины пьяного водителя погибла 14-летняя девочка. В выходные дни сотрудники госавтоинспекции Кировской области проведут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Мероприятия будут проводиться как в областном центре, так и в других населенных пунктах Кировской области. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 000 рублей.